А сейчас подробности. В Чеховцах появилась новая асфальтированная дорога. Ее скорый ввод в эксплуатацию во многом снимет проблему транспортного сообщения с этим районом частной индивидуальной застройки. Строители уже завершают установку опор освещения возле высоковольтной линии электропередачи и монтаж остановочных павильонов. Сообщение городского общественного транспорта с Чеховцами и центром Лиды будет налажено посредством организации нового автобусного маршрута. Его запуск запланирован в ближайшее время.